Привет, друзья! С вами мистер Лифтов. Сегодня 16 число, 5 утра. Посмотрите на наш район. Вот. Вы что-то видите вообще? Думаете, я просто показываю черную стену? Нет. Это, ребята, окно. Вот даже видно, едут машины. Просто весь район обесточен. Ну, не совсем весь. Вот там уже видно, даже у кого-то все-таки свет есть. И, скорее всего, электрический, возможно. Хотя, может, у кого-то и яркие фонарики. Не, ну, наверное, вот в той части свет есть. Вот там даже фонари горят. Все. Вот показываю сюда, да, вот там стоят дома, все вырублено вообще. И вот где-то уже у площади независимости тоже, по-моему, свет есть. Все, вообще все отключено. По графику нам должны были уже в 4 утра дать свет, но этого не произошло. Ввели экстренное отключение, когда вообще дадут свет, вообще не ясно. Вот просто все черное. Вот наш весь проспект Академика Глушко, вот походу светофор только работает, все. Все остальное черное стоит. Да, я понимаю, что большинство людей спят сейчас в это время, но все равно. Понятно, что света нету, потому что все равно кто-то бы не спал, где-то бы 2, 3, 4 окошечка светились бы. Но в данном случае не происходит даже этого. Все. Короче, с электричеством сейчас будет полная жопа вообще. Это капец. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 16 ноября 2022 года, без 5:17. Посмотрите, видали, какая красота? Вообще, все Таирово просто черное. Вот, можно заметить, вот там где-то свет в окнах такой, но он такой, это больше похоже на свечи, а не на электричество. Скорее всего, люди просто включили там фонарики какие-то, свечи или просто светодиодные фонарики. То 24-этажка, она включена. Ну, не знаю, или у них есть какой-то резервный генератор, или там какая-то другая линия. Врать не стану. А вот впереди Таирова. Вот посмотрите на те дома. Ну, вот просто вот все черное. Все отключено вообще. И по графику они уже не отключают. Вот нас должны были в 18 часов отключить, через час. А нас отключили прямо сейчас. В нашем доме вот тоже нет света, все темнота, света нету. Вот так вот и живем, ребята, вот так вот и живем после вчерашних обстрелов. Вчера, напомню, был массированный обстрел, очень массированный, около 100 ракет летело на Украину, около 70 мы сбили, но многие попали по энергообъектам, в том числе одна из российских ракет попала на территорию Польши. Взорвался огромный скандал из-за этого, так как Польша является членом НАТО, но в итоге Америка сказала, что они на 100% не уверены, что эта ракета была запущена именно Россией. Возможно, или это была сбитая ракета нашими ПВО, или же это была наша ракета ПВО, которая упала на территорию Польши. Ну, по крайней мере, к Украине они никаких претензий не предъявляют. Наоборот, даже говорят, будут дальше помогать нам военной помощью, ну, США. И как-то эту ситуацию замяли. Собственно говоря, я, конечно, был уверен, что Америка это не проглотит. И она ответит России как следует. Но нет, все это дело как-то аккуратно вот замяли. И все, в принципе. Ну, так вот и живем, да. Да, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока.